Ну а если у вас есть новости, которыми бы вы хотели с нами поделиться, звоните к нам в редакцию. Тем временем на нашем телеканале продолжается конкурс, приуроченный к премьере сериала «Сыны анархии», который выйдет в эфир 17 августа в 23:30. Мы совместно с клубом «Алькаши» выбираем самую достойную подругу байкера. Предлагаем вам познакомиться с четвертой участницей. Ольга Черпак, 29 лет, имеет образование программиста, работает в области груминга. Жизненный девиз – никогда не бойся пробовать то, за что ты еще не брался. Байкеры привлекают. Знакомы очень с огромным количеством потрясающих ребят, помогают, души в них не чаю, человечки замечательные. Я очень такой расчетливый человек, поэтому если я что-то делаю, то должна знать примерно, что к чему ведет. Поэтому для меня самый безбашенный поступок – это был 10 тысяч километров за 7 дней на машине. А где вы еще вот такое вот видели? Где?